Советская. Я руководитель оздоровительного центра в городе Львове. И сегодня мы с вами поговорим о том, что в нашей жизни, безусловно, является одним из важнейших ценностей. Конечно же, это о нашем с вами здоровье. И будем говорить с точки зрения компании, которая как раз и занимается инновационными разработками в области здоровья, в области оздоровления и продления здоровой жизни. Итак, дорогие друзья, давайте с вами вспомним, как все в нашей жизни развивается. Конечно же, все эти технологии, все это некая эволюция, которую проходит каждая сфера нашей жизни. Эту эволюцию проходят и телефоны, эту эволюцию проходят и различные другие области нашей жизни. И, конечно, те предметы быта, которые нас окружают. Это и холодильники, и телевизоры, и нетбуки, и, конечно же, там все, что нас окружает на нашей кухне. Все это те предметы, без которых на сегодняшний день мы уже не можем представить свою жизнь. И все эти предметы дают нам одну очень важную ценность. И эта ценность – это комфорт. Именно благодаря тому, что все эти вещи дают нам комфорт, именно благодаря этому мы и окружаем себя этими вещами. Но, конечно же, комфорт, скажете вы, это не самая главная ценность. И будете, безусловно, правы. Потому что есть еще здоровье. И здоровье – это приоритет для каждого человека. На сегодняшний день существует очень много различных методов, как мы можем улучшить свое здоровье. Это и походы в различные тренажерные залы, это и походы к доктору, принятие различных биологических добавок и всего остального. Но что касается нашего здоровья, конечно же, мы понимаем, что очень большую эволюцию проходит не только все эти сферы, но также и медицина. И если раньше нам для поддержания своего здоровья нужно было определить достаточно большое количество времени, своего ресурса, денег для того, чтобы обеспечить себе нормальное состояние здоровья, то на сегодняшний день есть уже альтернативное решение. Это мини-доктор в кармане, такой домашний доктор, который всегда рядом. И сегодня мы познакомимся именно с этим доктором, который нам помогает не только решать какие-то сложные свои заболевания по здоровью, но также и проводить профилактику, также и профилактически получать результаты по здоровью. Это прибор Zenith Android. Сегодня как раз про приборы компании Zenith мы поговорим более детально. Итак, флагман компании Zenith – это прибор Zenith Android. Сейчас вы видите его на слайде. Он очень такой инновационный своим видом внешне и внутри, потому что все в этом приборе соответствует, скажем так, тому, чтобы жить без лекарств и без болезней. И прибор Биомедис, он работает по принципу биологического резонанса. Что же такое принцип биологического резонанса, откуда он взялся, как он начал возникать? Это все, конечно же, история, которая своими корнями идет еще в прошлое столетие. Еще в 30-х годах прошлого столетия ученые впервые открыли, что существует резонанс, некое взаимодействие между органами человека и системами человека и их резонансными частотами между бактериями, вирусами, грибами, простейшими, одноклеточными, да, и их резонансными частотами. И еще в этих 30-х же годах впервые были получены просто ошеломительные результаты по лечению тех или иных заболеваний, а именно по лечению онкологии, которые показали биорезонанс как очень высокоэффективный метод, как тот метод, который работает очень точно, очень целенаправленно и всегда попадает в цель. Но, к сожалению,
Тогда эти технологии были не восприняты на должном уровне, и прошло достаточно много времени, когда большому кругу людей стало известно о технологиях биорезонанса. И сегодня у нас с вами есть замечательная возможность не только говорить о них, не только пользоваться ими, но также рекомендовать другим людям, дарить здоровье, дарить процветание и, конечно же, активное долголетие. Что касается приборов биомеди сейчас, то они стали абсолютно в таком красивом виде, потому что если раньше это были приборы контактные, которые нужно было проходить контактные процедуры, потом было второе поколение приборов, то сейчас уже Android это третье поколение приборов, которое имеет свои преимущества, свои безусловные плюсы. Ну, в первую очередь, это их высокая эффективность. Более 95% лечения острых заболеваний, более 85% лечения хронических заболеваний. Это то, что показывает на самом деле, что приборы биомеди очень эффективны в лечении как острых заболеваний, так же и хронических. Конечно же, безопасность. Безопасность – это, знаете, есть такое главное правило у докторов, называется «не навреди». Так вот, у нас это правило не работает. У нас работает правило, что если мы одно лечим, то другому мы не вредим. Если наоборот, если же мы что-то одно лечим, наш организм начинает работать лучше, и таким образом улучшается вся система. И, конечно же, безопасность приборов доказывает их сертификация, клинические апробации, конечно же, сертификация Европейского Союза, все стандарты качества показывают, что приборы полностью безопасны и разрешены для применения в медицинской практике. Удобство, комфорт, компактность, мобильность приборов – это все тот комфорт, который мы получаем, когда пользуемся приборами биомеди. Потому что именно имея приборы биомеди, мы можем заниматься своими делами, делать, что мы хотим, да, и при этом получать результаты по здоровью. Всего лишь включаем на кнопку, открываем экран, выбираем программу, выбираем комплекс, включаем терапию, нажимаем кнопку «Старт» и уже получаем лечебный эффект. Ничего проще не бывает. Ну и, конечно же, тут очень важно то, что экономичность приборов позволяет нам сэкономить очень большое количество денег, времени, своих личностных ресурсов. Не нужно тратить время на походы в поликлинику, на сдачу каких-то анализов, на определение того или иного. Достаточно просто обратиться в центр компании «Биомедис». География центра достаточно широка. Или же обратиться в телемедицину и уже получать результаты по здоровью. Наглядный список программ показывает нам, что все программы делятся на два вида. На те, которые работают с нашими органами и системами, это терапевтические программы, и на антипаразитарные программы, которые помогают нам убирать паразитов. Что касается терапевтических программ, то они у нас тут есть как профилактические, так и лечебные. Например, программа «Активная защита», программа «Антистресс», программа «Антиболь», усталость спины, снятие зрительного давления. Это профилактические программы, которые рекомендуется применять каждому человеку, когда у него возникает такая необходимость. Если, например, активную защиту применять с утра, то на протяжении дня мы забудем, что такое усталость, что такое встал и какое-то уже недомогание. Забудем, что такое ОРЗ, ОРВИ, потому что все это нам не страшно, если у нас есть каждое утро активная защита. Программа «Антистресс», наоборот, помогает нам вечером успокоиться, забыть о своих проблемах и спокойно уснуть. Программа «Антиболь» снимает боли, снимает симптомы боли, да, когда у нас сильно заболел зуб, а нам нужно быть в форме, быть на деловой встрече, например. Включаем программу «Антиболь», через 15 минут уже видим результат. Ну и, конечно же, лечебные программы, это такие как сердце, регуляция кровообращения. Это программы, которые позволяют нам регулировать свое давление,
у кого гипертония или гипотония, эти программы отлично подходят. Регулятор желудочно-кишечного тракта, если мы что-то съели, переели, съели что-то не то, программа позволяет нам решить эти вопросы. И, конечно же, очень-очень большое количество нутрициологических программ практически на все, на каждый орган, на каждую систему, на каждую проблему со здоровьем, с нашим организмом мы можем найти решение, можем найти ответ, используя гипоаргумент. Но Всемирная ассоциация здравоохранения говорит о том, что большинство проблем с нашим здоровьем начинаются как раз из паразита. Из того, что мы, наш домик, поселили в какие-то непроханные гости, квартиранты, да? Вот. И именно с этого начинается большинство проблем. Это могут быть гельминты, это могут быть простейшие, это могут быть грибки, бактерии, вирусы. Все это, если поселяется в нашем организме, конечно же, приводит нас к сложным заболеваниям. И тут у нас есть перечень этих и гельминтов, это стридиастриты, и простейших, это лямбы, и там трихомонады и так далее. И бактерии. Также есть того, как высококовые инфекции. Есть также и вирусные заболевания, и, конечно же, грибковые заболевания. Всех возбудителей очень-очень много. В приборе также на каждый физический возбудитель есть свои частоты, есть свои программы, которые позволяют нам решать проблемы с этими возбудителями. 3100 лечебных и профилактических программ позволяет подобрать индивидуально для каждого человека то лечение, которое ему нужно, и получить тот результат, на который он рассчитывает. Поэтому у нас просто очень-очень большое количество результатов и по решению сложных заболеваний, и как сахарный диабет, и как какие-то проблемы с кожей, венерические заболевания, которые очень часто повторяются рецидивы, с помощью прибора можно убрать источник этой болезни, его первопричину, а именно эти микроорганизмы, которые не дают нам спокойно жить. Это, конечно же, и вирусные заболевания, вирусы герпеса, а пояскивающие мышеи. И, конечно же, это, скажем так, те заболевания, которые встречаются нам каждый день, это и грипп, и ОРЗ, и конъюнктивиты, и все остальное. Но кроме прибора Android, который имеет в своем арсенале очень большое количество различных функций, он имеет сенсорный экран, на котором мы можем программировать прибор, он имеет возможность поставить на нем различные профили, создать комплексы под каждого человека индивидуально. Существует также прибор Beridic M, который выглядит как маленький мобильный телефон, у которого есть 5 кнопок, и с помощью этого прибора мы можем поставить конкретно программы, подобрать также неограниченное количество этих программ, но тем не менее этот прибор в первую очередь служит для тех, у кого сложности с сенсорными экранами, и в основном это для людей пожилого возраста, которым намного проще пользоваться кнопочными. Да? Вот. Но функционал, конечно же, уменьшается, потому что нужно программировать компьютер. А также есть прибор Mini, это такая маленькая флешка. А если мы нажмем на кнопку, то он запускается, и один комплекс программ, который вы записали на этот прибор, будет работать. Тут уже есть солидное ограничение по количеству программ, потому что всего лишь один комплекс можно поставить. И, конечно, этот прибор лучше всего использовать для маленьких детей, для людей пожилого возраста и для наших домашних любимцев, потому что он очень маленький, его можно повешать туда, куда нам будет удобно это сделать. Кроме лечебных приборов, которые уже решают наши проблемы со здоровьем, да, их можно так сравнить уже с, скажем так, с восстановлением комплекса. Есть также прибор
пограничник, мы его называем, да, который помогает нам очищать продукты питания, воду, мясо, рыбу, овощи, фрукты, все то, что мы едим, как бы еще перед тем, как оно попадает к нам в организм, и может привести нас к каким-то проблемам. Это прибор капусты. Его главная функция – обеззараживание продуктов питания и воды. Он работает также по принципу биорезонанса, всего лишь одна кнопка, мы включаем, и прибор начинает генерировать частоту, таким образом обеззараживает продукты питания. Он очень хорошо обеззараживает от плесени, от яйца глистов, от различных возбудителей, которые могут быть в мясе, и мы их как бы не видим, но тем не менее они там присутствуют. В овощах, да, в рыбе, в воде, в молоке. Например, фермеры используют прибор ЭКО для того, чтобы молоко дольше не портилось. Если мы обработаем молоко прибором ЭКО, то оно будет дольше сохраняться свежим, потому что вбиваются бактерии, оно обеззараживается, и уже нет возбудителей, которые могут придать его быстрым, тому, чтобы оно быстро портилось. И, конечно же, те в нашем доме места, которые нужно обработать от плесени, например, да, когда появился грибок в доме, и это не очень массивное поражение, также прибором ЭКОФУД не очень много, потому что целая стена, то придется очень долго обрабатывать. Если что-то такое небольшое, прибором ЭКОФУД очень легко это обработать и забыть об этом. Поэтому прибор ЭКОФУД, он необходим на каждой кухне. Меня часто спрашивают, с какого прибора лучше начинать? С прибора Android, прибора Windows 10, прибора Mini или же с прибора ЭКОФУД? Я скажу, что каждый прибор имеет свою функцию, которую нельзя заменить. Например, прибор Android. Это прибор для всей семьи. Это прибор, которым можно пользоваться, где бы вы ни находились, потому что вам не нужно больше никаких подручных методов для того, чтобы его запрограммировать. Очень удобен для использования нескольких человек. Прибор Windows 10, прибор мини, это приборы для людей пожилого возраста, для детей, для домашних животных. Прибор EcoFood – это прибор, который необходим на каждой кухне. Он упрощает очень много домашней работы, не нужно больше ошпаривать, обливать кипятком, делать какие-то непонятные манипуляции, всего лишь прибор EcoFood, и мы уже обеззаразили продукты питания. Поэтому каждый прибор важен по-своему и нужен на нашей кухне. Ну и, конечно же, для того, чтобы мы сегодня говорили о приборах Биомедик как о медицинском оборудовании, компания Биомедик прошла очень большой путь клинических испытаний, очень большой путь регистрационных различных моментов. Да? Как мы видим, регистрации, сертификацию и регистрацию компании в Украине, в России, в других странах СНГ, а также Европейского союза, без документов, без CE сертификат, стандартизация качества 109001 и, конечно же, все необходимые документы для того, чтобы приборы легально продавались за границей, а именно в странах Европы и других стран. Поэтому приборы прошли всю необходимую сертификацию, стандартизацию. Мы можем об этом говорить абсолютно открыто, о том, что на сегодняшний день приборы Биомедик – это единственные технологии биорезонанса, которые имеют все соответствующие документы и могут быть использованы в медицинских учреждениях. Конечно же, для того, чтобы получить максимальный результат, для этого желательно пройти диагностику и консультацию врача. Ее можно пройти в наших сети консультационных центров на сайте biomedicine.ua в разделе «Контакты» вы найдете центры, в которых можно пройти такую диагностику, обследование, получить консультацию врача и узнать, как максимально эффективно запрограммировать прибор. Но если вы не найдете своего города или же даже своей страны в разделе «Консультационные центры», то отстаиваться не нужно, потому что у нас существует уже
медицина 21 века, такая услуга, как телемедицина, доступна для всех владельцев приборов бесплатно. Она подразумевает то, что вы, обращаясь в телемедицину, получаете по вашему запросу уже составленный индивидуальный комплекс. Также вы туда можете прислать все свои предыдущие результаты обследований, УЗИ и так далее, дать максимальную картину врачу, который будет для вас составлять этот комплекс, и, конечно же, получить индивидуальную программу для своего прибора для решения своих проблем. Именно благодаря такому сервису, благодаря тому, что приборы компактны, благодаря тому, что они пользуются в разных странах мира как медицинское оборудование, на сегодняшний день уже очень много людей получили свои результаты. У нас в Львове работает центр, которому уже 3 года, уже даже больше. Конечно, мы с огромным удовольствием сейчас поделимся своими результатами, потому что на самом деле результатов очень много. Это результаты, ну, такие очень яркие есть, да, когда люди, у которых там давление более 60 лет человеку, да, более 10 лет страдает проблемами с давлением, с помощью прибора буквально за 3 месяца полностью избавились от этих, от всех, скажем так, перепадов давления, и при этом еще получали не принимать никаких таблеток. Ну, что касается, например, вот наших результатов, то, конечно же, я получила свои результаты в первую очередь по лечению почек, да, по снятию неприятных таких ощущений. Например, мой папа получил очень хорошие результаты по выведению камней из почек. Да, буквально за несколько дней камень просто сам вышел, и при этом даже ничего не болело. Что касается там других наших пациентов, то, конечно же, у нас были люди, которые имели сложные там сердечные заболевания. И с помощью комплекса, с помощью грамотной консультации врача, они за пару месяцев, там, 3-4 месяца вышли на уровень, что вообще перестали принимать таблетки не только от давления, но и для сосудов уже ничего не принимали. Потому что полностью прибор им заменил все эти средства. По сахарному диабету есть хорошие результаты, когда на диагностике была установлена причина этого заболевания, почему возникает сахарный диабет, и это был 2-й тип, не инсулинозависимый, но тем не менее человек часто принимал препараты, каждый день принимал, для того, чтобы поджелудочная работала лучше. Оказалось, что причина того, что поджелудочный живет ленточный паразит, да, а именно грипп. Вот, после терапии на приборе, после прохождения антипаразитарных казан, именно этот грипп, он сам, скажем так, ушел оттуда естественным образом, и человек на самом деле почувствовал, что сахар не поднимается. Если раньше был 17 единиц, то чтобы уже она не пила, чтобы не ела, все равно на следующий день, потому что, ну, вы представляете, 15 лет жить каждый день, проверять сахар глюкометром, да? Конечно же, результат 4,5 стабильно, несмотря ни на что, но этого человека просто поразит, потому что если мы забираем причину, мы уничтожаем саму болезнь. Очень много есть результатов также по лечению грибковых заболеваний, которые практически не лечатся в нашей медицине, да, когда, например, там и кандидозы, и различные там микозы, да, когда очень долго люди принимали антибиотики, и еще больше грибок начинает развиваться. Все это с помощью прибора за несколько недель-месяцев, смотря, у каждого тоже своя индивидуальная программа, можно убрать, можно это побороть и получить замечательные результаты. Очень часто люди отказывались от операции с помощью прибора, да, когда, например, человеку уже сказали, что ему нужно удалить там желчный пузырь или там что-то еще удалить, да, там кисты разные, там яичники, из чего только у нас не удаляют, да, а все это
после лечения прибором оказывалось на УЗИ, что все уже хорошо. И были такие случаи, когда врачи говорили, этого не может быть, это вы нас просто обманули, значит это не ваш УЗИ. Да, ну, как бы поэтому бывают всякие разные моменты, но, тем не менее, более подробно с результатами применения приборов также можно ознакомиться на сайте Medicine.ua в разделе онлайн-ТВ. Там есть отзывы и пациентов, и врачей, где можно очень так подробно в видеорежиме увидеть тех людей, которые получали эти результаты. Ну и, конечно же, на сегодняшний день существует возможность, она будет уже буквально до конца этой недели презентована, это Smart System, автоматизированная система сопровождения клиентов, которая позволяет нам доносить информацию большому количеству людей. Потому что, конечно же, многие люди живут, обращаются в стандартные медицинские учреждения и не знают о том, что на самом деле есть возможность решить свои проблемы со здоровьем намного проще, намного дешевле, намного приятнее для себя, да. И как раз Smart System, ее основная задача, чтобы большинство людей узнало о том, что есть такая возможность решения проблемы, чтобы они ознакомились сами с приборами, могли приобрести приборы, обратиться в телемедицину, запрограммировать приборы и, конечно же, получить результат и поделиться с нами своими результатами. На самом деле это очень приятно, когда люди приходят вам и говорят вам благодарности за то, что они получили такие замечательные результаты с помощью прибора Ziniti. И поэтому каждый день, наверное, все руководители наших консультационных центров, и мы, и наши партнеры, благодарят Бога за то, что мы имеем такую возможность получать такое большое количество благодарности. Ну и я вас приглашаю на наши мероприятия, которые у нас проходят как офлайн в сети наших оздоровительных центров, так же и онлайн практически каждый день в 20 часов по Украине. Проходит презентация «Будьте здоровы и успешны» каждый четверг по московскому времени. Это медицинская конференция, которую проводит кандидат Ирина Валерьевна Малютина о очень такой узкой теме, каждый раз какой-то другой медицинской тематике. И также хочу вас пригласить завтра на нашу презентацию, завтра будет с нами здорово, о возможностях компании Ziniti. Мы более подробно поговорим о том, как компания Ziniti может помочь нам улучшить не только состояние своего здоровья, но также и наше финансовое состояние, раскрыть таланты и найти, скажем так, себя, свою нишу жизни и бизнеса. А поэтому, конечно же, завтра я вас приглашаю на наше мероприятие. А сегодня я вас благодарю за внимание. Всего вам хорошего.